Здравствуйте, с вами Андрей. Мы продолжаем играть в Alien Isolation. Так, где у нас тут рубины-то? Рубины где-то здесь, кстати, находятся. Шприц. Так. А, наверх надо залезать. Окей. Ой-ю! Забивай меня, давай. Блин. Обидно! Обидно! Сущий, да. Он чужой бганул. Так. Так. Здесь камера. Камера надо входить, когда она входит. Камера. Так, камеру отключаем. Карту берем. Я не знаю, что это за звуки. Что-то багануло, очевидно. Почему-то я их издаю. Типа, Рипли хорошо поела горохового супа, что ли, я не знаю. Это весьма характерные звуки. Так. Где-то надо выключить, да, вот это, наверное, да. Один есть. Па-па-па-па-па-па-па, токсичные материалы. Я не знаю, что с Рипли такое. Давайте-ка залезем. О май гад, вон. Может он? Я не знаю, сколько я так буду ходить. Наверное, до следующей загрузки. Но я надеюсь, что не до конца игры. Ладно. Это, наверное, из-за того, что из огнемета хренаху. Обыдно, сющий! Нет, я по-прежнему так. Бурчу животом. Не знаю. А поехали. В общем, надо было просто по-человечески выходить и все.
через стекло они, слава богу, не проходят. Это дрянь. Что со мной не так? Потом выяснилось, что у меня в голове застряла какая-нибудь деталь чужого, я не знаю. Один есть. Возьмем что даже дон. А вскрывать дверь не встанем, зачем? Может быть, это тоже по чужому привлекает. Сейчас просто большая самая проблема в том, что непонятно, что игра считает звуком, а что не считает. Вот в чем дело. Потому что Рипли-то очень много шумит, не по делу абсолютно. Ну, то есть, ну как, по делу не по делу, ну, то есть, типа считается, что это она как будто не шумит. Давайте. Пофиг. Мы в тельняшках. Так, теперь надо черти куда лезть. А, понятно. Нашел. Да твою. Так, это привлекает козла? Нет. Вопли, по идее, должны бы привлекать. Да вот, вроде толком ни с кем не махаешься, а пусть убавляется. Все закрыто, видимо, мы туда дальше пойдем. Нажимаю кнопку Е. Ой. На самом деле даже хорошо, что чужой заведомо быстрее у вашего персонажа. В противном случае, если бы от него надо было убегать... Я даже не знаю, как можно было бы нормально писать этот процесс. Что он где-то тут толкнулся. О май гадабл. Это черт тебя подрал, а? Да? Не то.
Вот чё я, блин, бурчу животом? Ну это хрень. Так. То есть, короче, надо сидя быть на некотором отдалении от этого. Как он называется? От дырки тогда он начинает нормально слезать. Так. То есть он сразу сзади появляется, да? Окей. Под стол надо прятать свою. Впереди еще это, блин. Хрень это. Дурацкая. Может, вообще не стоит через эту штуку полезать? Не, сейчас я не могу залезть. О, блин, привет. Этот ублюдок появляется по скрипту. Так. Нед. Где камера-то? Чего он там появлялся? Я не понял ничего. Так. Так, сюда что ли? Окей. Блин, вот эти вот... Бульканье в животе, они реально достали. Так, панель распределения, теперь назад перейти надо.
Знаете, что мне не нравится? То, что здесь я не нашел отключения панельки. Так, я зашел в ящик. Так, сейчас. Нормально, залезь, пожалуйста. Пожалуйста, залезь нормально. И... Так. Соответственно, лазим здесь. Так, а вот это мы осматривали? Так, тут сивилка рядом, не рядом. Так, не поймешь. По-моему, уже рядом сивилка. Окей. Да, рядом. Так, окей. Просто, знаете, блин, второй раз, то есть какой второй раз? Уже даже далеко не второй раз хотелось. Тупая козлина. С каким удовольствием я тебя убью потом в конце игры. Я надеюсь, что это получится. Свалять сюда. Пошло вон. Молотом тебе под хвост кинуть. Сваливай уже, блин. Не, ну меня тут он хрен заметит, мне кажется. Вопрос, когда он отсюда уйдет. Потому что вот нужно это сделать не скоро, а там еще кто-нибудь. Утилиту, небось, надо активировать. Книги. Так, вот по всей видимости он наверх пошел. Пошел наверх, нет? Окей, включаем. Кабель распределения, да вроде подключили. Да что за хрень? С
еще андроид вылезет, наверное. А чего? Так, нужно установить доступ к системе распространения в Gemini Exoplanet Solutions, оказавшись внутри, найти грузовой лифт и добраться на нем до проекта. Этого бла-бла-бла. Необходимо запустить поток. Может быть, андроида надо активировать? Давайте. Давайте. Да пошел ты! Тупая, короче. Зверь такой есть. Так. Получен запрос. Техническую проверку секции С-12. Запрос подтвержден. Ожидайте техники. Ну это не враждебно, андроид, окей. Так, ну что тут делает? Я ни хрена не понимаю. Благодаря нам, рядом с вами всегда кто-то есть. Кто-то готовый помочь. Так, он убрал, поставил назад. Так, окей. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите. Ну... То есть он что, зациклил его, что ли? Грузовой лифт добрался за ним до проекта Кейджи. Я ничего не понял, ребят. Если мои услуги не отвечают стандартам Сикса, подайте жалобу. Здравствуйте. Я ничего не могу понять. Так, во. Вот что он сделал. Запустить поток. Все, Рипли, лифт заработал. Ясно. Окей. Кабель распределения. Так, где лифт? Вы идете в место под названием проект KG-348. Скажите, когда доберетесь. Если доберусь. Так. О май гадабл! Пофиг. Нет. Этот ублюдок вылез. Порошок, уходи. Блин, даже сливануться не дают. Уроды. Не спрашивайте меня, кто уроды. Все уроды. Ксеноморфы. Андроиды. Не, ну в принципе.
Валим, валим, валим. Так, соответственно. Лезем сюда. Ну, залезай. Рипли, ты тупая? Не, вот это вот очень забагованная сделанная штука. Уходи, порошок. Уходи, подлый трус. Давай, 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 давай. О, так, прошли здесь. Надо, блин, идти еще хрен знает куда. Пошли быстрее. Все равно большого толка от того, что я ползу. В общем, обычно нет. Ну, в смысле, когда я... Ну, вы поняли. Так, это что это? Еще камера включилась? Давайте. Включу. Так. Так, чтобы не спалиться по тупому. Так, а тут, по-моему, у нас же сейвок была, да-да-да. Давайте сейвимся. Так, сюда вроде, да? Так, это лифт. А это куда идет? Не, мне сюда пока не надо. Ну ладно. Поеду на лифте. Меня, знаете, что волнует? Что мне еще даже дробовика не дали. А это... Тонко намекает на то, что не то, что до конца игры далеко, а как бы дробовик нужен зачем-то еще. Видимо. Уэйтс, я дошла. Тварь идет за вами? Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Так. Так, карт есть кругом? В принципе, есть эти подземные фигулины, но смысл пока что никакого нет. Да что? Я просто сбивался. Это лифт. Ага, это лифт в фойе. В фойе мне уже, знаете, уже... Как говорилось об этом в фильме про посторонний вход включен, всю кровь испортило. Потому что там особенно негде прятаться.
Я сверху их увидел. Так, там есть что-нибудь интересное? Не, я просто лут нужен. Хорошо бы это. О! О, пропуск! Не зря сходили. То бы пришлось ходить. Черти как. Да я тут забыл. Ты кто? Ты кто? Как тебе нравится на Севастополе? Очень нравится. Ой, я... Ты же понимаешь, что мы все тут обречены? Нет, понимаю. Я тупая. Так. Ошибка. Кларк умер. Айзек умер. Так. Опять же, филлеры я не читаю, потому что в них... Я ушел от остальных. Информации, ну, может быть, можно из них извлечь, если долго думать, но, знаете, игра не располагает. Вообще не располагает. Думанию. Вот филлер. Так, соответственно. Сколько у меня огнемета? 241. Мало, но... Дядя, чуть-чуть хватит. Будет пропуск. Здесь у нас что у нас? Что за хрень? Опять у вас что? Рэвид Рэнсом, представитель компании Сиксон. Высылаю вам образцы для исследования. Убедительно прошу соблюдать... Да пошли вы! Задача как можно меньше людей. О результатах сообщите лично мне. Если об этом узнает кто-то лишний, я позабочусь о том, чтобы ваша карьера закончилась. В документации Джемини, знаете ли... Бла-бла-бла-бла. Так что лучше сделайте, что я прошу. Награда вас не разочарует. Все понятно, господи. Собственно, сюжет копирует сюжет, собственно, фильмов чужих. Уэйтс, я дошла. Комплекс лабораторий может быть отделен от станции. Но для этого нужно восстановить питание. Так, карта. А, теперь, я так понимаю, мы черти куда едем. Твоем. Я вообще считаю, что не совсем верно сделали. В каком плане? Мне кажется, не надо было... Вот... Точнее как? Я даже думаю, наверное, знаете, в чем дело? А, вот у меня есть сильное подозрение, что создатели игры, они вообще изначально хотели бы просто сделать игру именно по первому фильму «Чужой». Вот, но... Ой... Как все плохо.
подать энергию, боже мой. Ну, короче, симулятор электрика нафиг. Так, а это что такое? Это случаем не... Здесь какие-то новые панельки появились. Привет. Он, знаете, он как-то в дверях вообще плохо видит игрока. У него баг какой-то. Я не очень понимаю, что делать с ним. А что делать-то? Гонять огнеметом его? Непонятно. Слушай, свали отсюда. Ушел. Так. Я думаю, это будет оптимально. Я сейчас где вообще? О май гад, бол. Где-то он там мой бродит. Ксюха, у нас ничего не получится, уходи. Давай останемся друзьями. Не уходим. Ждем. Так, улезли. Так. А куда мне надо идти? Энергию в лабораторию. Я не знаю. Там камера. Чё там? Снайк подачи. Ой. Я подозреваю, что надо через вот сюда надо. Просто обойти это все кругом. Вообще, кстати, странно здесь сделали органы восприятия чужого. По идее, ну, у него глаз-то нет. Ну, и чисто визуально. Я не знаток их анатомии. Но как бы похоже на то, что их нет. Так, камер тут вроде не видно. Мне нужна, знаете что? Мне Серёга нужна. Или нет? Ага, толком сидит. Ладно, сиди.
что-то. Так, тут карта есть? Нет, она не работает. Что Б? Окей. Давайте-ка мы снимемся. Есть! Был скачок напряжения. Теперь с пульта управления в центральной лаборатории подключите тамошние системы к Севастополю. Мы на вас надеемся. Утечка опасных материалов. А, кстати. Пофиг. Фу, все его таки здесь есть. Ну отлично, а то я, блин, далеко уже ушел. Так, он капает? Капают такие. Лучше бы не заходить. Так. Ага, то есть это другой путь. Окей. Пойдем назад. Правильно, правильно. Вот там сиди и капай. Я чё? Я ничего. Я тут мимо проходил. Ой. Не, ну, пожалуй, самое пока что самое сложное место было в госпитале. В игре. На мой взгляд. Так, аптечка. Давайте закрафтим аптечку. Так, 266. Окей, окей. Куда мне надо идти? Мне надо идти назад. Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Что он ушел там? Так, сейчас мне надо дойти до этого. До... люка. Ждем, пока уродец не свалит. Ксюша, 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 юбочка. Не, если бы он еще мог лазить по вот этим вот вентиляционным фигням, это было бы, конечно, более хардкорно. А он вроде бы не лазит, по крайней мере, как-то вот не было у меня случая убедиться в обратном.
Так, вроде ушел. Назад пришел. Какая козлина, а? Ходи уже. Так. Так, ушел. Не ушел. А, ну сейчас будет, сейчас ушел. Хрен тебе ушел. А, может. Может лазить. Может лазить. Окей. А я-то, блин, думал, что нет. Так. В общем, короче... Сиденье мало чем помогло мне. Не вполне понятно, как он меня нашел, то есть, может, просто я прям под ним сидел. Соответственно, он меня услышал. Хрен его поймешь. Подтверждена утечка опасных Не, ну Чужой, в принципе, он продолжает удивлять. Еще не все игры. Это очень радует. Точнее как? Да, твою мать. Это что? А, это касцена. Что это было? Так. Что делать надо? Наверное, Е надо нажимать. Идет восстановление гравитации. Пожалуйста,
Добраться до шлюза? До какого? О май гад! Так, давайте-ка мы огнемет возьмем. Будем. Простите, Рипли. Начинаю процедуру отделения от станции. Отдайте понял. Пожалуйста, пройдите к ближайшему. Герметизировать шлюз. Ждите дальнейших указаний. Так, а как ты герметизируешь шлюз? Идет выравнивание давления. Горит. О, все. Горит. Выравнивание давления. 1000 их. Ой. А как теперь? Что теперь делать? Я боюсь, что таких столкновений скафандр нормально не выдержит. Что делать-то? Так, ну это все делается автоматически. Давай, залазь. И мед я потратил, вот что мне жалко. Место. Алло. Сколько у нас осталось? 150. Алло. Меня кто-нибудь слышит? Рипли, это вы? Да, Уэйтс. Это я. Чтоб ты сдох, ублюдок. Ты запер меня вместе с тварью и отправил в космос. У меня не было выбора, вы понимаете? Нет, не понимаю. Видели, что она делает с людьми? Я должен был убрать ее со станции любой ценой. Ну да, ценой моей жизни. Поймал на живца. Так поймал же, Рипли, поймал. План сработал. Чудовище летит к газовой планете, а станции... Что-то я очень в этом сомневаюсь. Да, только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь. Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой. Так, где тут сейвилка, блин, ближайшая, а? Да, сейчас станова неплохо было бы выпить, мне кажется, Рикли. После таких веселых включений. Так.
Чё плазменным резаком нельзя ткнуть чужого в морду? Огня он боится. От коктейля молотого и огнемёта он убегает. А вот этим нельзя. Видимо, слишком маленькая коктейль. Так, где я сейчас? Ага. Так, сейчас давайте-ка мы возьмем револьвер. Потому что дебилов по станции ходит много, и огнемет, наверное, не оптимально. Тем более огнемет надо на чужого экономить. Кстати, а плазменный резак? Нужен ионный резак, которого у меня нет. А, это, случай, не то место, где у меня были регулярные затупчики. А, точно, вспоминаю. Кстати, вот это-то мы не вскрыли. Что-то как-то не того. Только хлам в большом количестве. В принципе, правда, у меня его тоже было не очень много. Судя по тому, что я его сейчас взял. Так, пошли. Внимание! Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Так. А я, видимо, что-то не взял. Давайте еще сходим, затаримся. Потому что, блин, сражение с чужим несколько истощило мои запасы. Так, подождите, стоп. Это не то. Интересует другая. Или там его нарезак был нужен, я уже туплю. Бегать я все равно не буду, не заставляйте меня даже это делать. Да, его нарезак, окей. Его нам, видимо, выйдут последним, как я понимаю, после газового и плазменного. Хотя выглядят они все одинаково, по-моему. По крайней мере, газовый и плазменный выглядят одинаково. О! I like it! Так, и пропуск. Отлично. Вопрос, что... Давайте, кстати, посмотрим про дробовик, что пишет мне. Ничего не пишет, окей. Возьмем его. Правда, не очень понятно, нафига он нужен в игре. Потому что, в принципе, против людей может быть более мощный. Вряд ли он чужого напугает. Хотя, вообще говоря, в фильмах с дробовиков их довольно-таки неплохо забивали. Я откачал последний источник питания. Еле нашел. Приходи, когда закончишь. Так. Да пошел ты! Блин. Пошел. Ева. Пошел нафиг. Что значит техника безопасности? О. Че, все? Круто. Видимо, этот товарищ был для демонстрации возможностей дробовика, но я хотел сэкономить патрон. Ладно. По крайней мере, андроидов он убивает с одного удара. Опять нам в этот Соломон ехать надо. Так, сейчас мне нужна сей вилка. Внимание! Аполло поднял оценку угрозы до... О боже. Где я? Сволочь твой, Уэйтс. Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Так, вот, сейлка. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Отлично. Ну что ж, это хороший момент, чтобы закончить серию как раз час. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока.